Это давно уже востребованная тема, потому что люди, часто собственники, задают вопросы, какая управляющая лучшая, какую посоветуете, чтобы прийти. Но как руководитель службы я не имею права лоббировать интересы какой-либо управляющей организации. Как обычный житель, мне вроде как и хотелось бы. Поэтому цель-то создания потребительского рейтинга и заключается в том, чтобы дать полную информацию жителям города, нашим собственникам многоквартирных домов, чтобы они из нескольких коммерческих предложений, которые эти управляющие организации, ну, они увидели, услышали, посмотрели рейтинг, вот это управляющая на таком тарифе работает, делает то, это работает вот на этом, да. Кто-то имеет свою полную материальную техническую базу, это приветствуется, это вообще отлично, а кто-то на подряде работает. То есть чем больше будет информации у собственника, тем эффективнее будет управлением домом, что собственники сами выбирают управляющую организацию из нескольких вариантов.